Прическа – это 90% удачного решения актуального образа. Именно поэтому стилисты всегда настаивают на том, чтобы волосы были оформлены в соответствии с тенденциями парикмахерской моды. Их, в свою очередь, презентуют в рамках специальных показов, которые для профессионалов организуют известные парикмахерские бренды. Мероприятие в таком формате проходит у нас в Челябинске уже не первый раз. Это новая коллекция 2018 года «Женеви. Ген жизни». Это такой очень хороший повод мастерам вдохновиться, подзарядиться позитивом, узнать для себя что-то новое. Что-то для повседневной жизни, что подиумные варианты, окрашивание с тенденцией 2018 года. То есть все современное, самое новое везде они в Челябинске. Ведущие мастер-класса, топ-стилисты из Санкт-Петербурга, продемонстрировали новые техники стрижек, нестандартные решения цвета и формы. В числе тенденций следующего сезона по-прежнему актуальными останутся яркие цветные окрашивания, как Total Color, так и в качестве акцентов на темных или светлых волосах. Что же касается стрижек, наряду с естественной волной станут актуальными графичные формы круга или квадрата. Постоянно идет развитие, постоянно очень много всего появляется нового. Но вот сегодня я жду, что это будет просто всплеск красок, несовместимые абсолютно там какие-то цвета. Ну и вдохновение новых знаний, конечно. Яркость цвета в первую очередь, конечно. И вообще новые работы интересно очень будет посмотреть. Как правило, открывается второе дыхание. Всегда начинает полет фантазии открываться и... Я все больше и больше начинаю удовлетворять своих клиентов. Новый опыт, вдохновение и яркие впечатления получены. А теперь пришло время воплощать идеи в работе с реальными клиентами.